Уважаемые любители единоборств, обратите внимание на эту капу. Эта капа не силиконовая, эта капа не гелевая, эта капа из каучука. В чем разница между каучук и гель и силикон? Дело все в том, что вот этот состав, это как жидкая почти резина, когда ее разогреть в горячей воде. Вот это обычная капа, видите, вот она в нашей коробочке, вот в этой идет вам, когда вы приобретаете. Она вот новая. А вот эта капа, это уже сваренная. Видите отпечатки зубов? Видите, как она полностью изогнута? Это она села по форме челюсти спортсмена. Когда вы нагреваете эту капу в горячей воде, инструкцию, а точнее видеообзор, смотрите на YouTube-канале Big Sport. Я вам сейчас напишу на экране, какой YouTube-канал. Там в поисковой системе на YouTube-канале Big Sport забейте «сварить капу каучук», и вам выдадут видеоролик. Когда вы сварите в воде в горячей эту капу, разогреете, то она становится очень мягкая, как пластилин. И этот пластилин потом вы двумя руками изнутри, вот так вот, и снаружи пальцами лепите по форме своей челюсти. И она остается у вас на верхней челюсти, как литая. Просто застывает, как бетонная. И потом, когда вы начинаете тренироваться, вы ее одеваете на свою челюсть, и она отлично сидит. Если покупать силиконовую капу, то она так не будет вариться и сидеть на вашей челюсти. Гелевая капа хороша, но там тоже нету такого свойства, чтобы вот вы можете вот эти все края завернуть на форму вашей челюсти. У вас там, например, хорошая челюсть, или, как вы видите сами, тут зубов некоторых даже не хватает, вот, или плохая челюсть в кавычках, то вы сможете эту капу сделать именно по форме своей челюсти, индивидуально. Это можно так сказать, как в стоматологии. В стоматологию приходят спортсмены, профессионалы и говорят: будьте добры, мне сделайте капу по форме челюсти. И им начинают из гипса специального, как типа каучук вот этот, лепить профессиональную капу по форме именно ваших их зубов, челюсти. Вот это аналог, но это любительская. Это не стоматологическая, а для единоборств любительская-профессиональная. Так что, если вы решили приобрести хорошую, еще раз повторюсь, хорошую, очень хорошую капу, я вам рекомендую приобретать вот эту капу. Это, еще раз напомню, не силикон, не гель, это каучук. Если вы у нас приобретаете эти капы, будьте уверены, мы вам пришлем именно такую капу. Потому что если вы найдете где-то что-то в интернете, мы не гарантируем, что вы приобретете именно то, что я вам только что рассказал. Делайте правильный выбор. Магазин Fight Start.